Всем привет! Ну что, девчонки, рассказывайте, как прошли ваши рождественские дни, кто где отмечал. Ну это, в принципе, семейный праздник, да, Рождество? Обычно встречают в кругу семьи там. Потому что это видео, когда выйдет, уже Рождество пройдет. А у нас еще, ну у меня лично, вот видео, оно еще не началось. Поэтому я так и говорю, что рассказывайте, как встретили ваши рождественские дни, каникулы. Вообще мы хотим поехать, не то что мы хотим, а мы заказали стол в Триве, в китайском ресторане. Потому что в Триве живут Ромкины родители. И вот мы хотим туда поехать. Мы уедем всей семьей, всей, и моя семья, и Романа семья, мы будем все вместе. И моя сестра, и его сестра, все-все вместе решили встретить Рождество в китайском ресторане. Это уже куда ни шло. А я сейчас еду в кошачий магазин, потому что в понедельник у нас выходной, а у меня заканчивается уже... У Соньки одна баночка осталась, надо купить. Я думаю, что у меня этот влог будет длинный, почему-то мне так кажется. У меня коллега на работе купила себе собачку. Вот такой породы, как Сонька. Только такая, знаете, вот, ну, бежево-белая такая. Ну, там такая лапочка. Ой, мальчик, в смысле. Там такой хорошенький, такой пузатенький, такой маленький. Они вчера забрали. Ой, типотики. Я говорю, ну, это время надо, пока там все научится, чтобы писать, чтобы какать, кушать. Я, например, Соньку уже знаю от и до. Вот мы когда вечером выключаем, я уже, наверное, рассказывала, когда вечером выключаем телевизор, все, она знает, мы идем спать. Она сразу идет кушать сухой корм. Она любит перед сном покушать. И еще ночью иногда встает. Иногда встает ночью пить. И иногда, ну, писать, это понятное дело. И иногда еще просыпается, чтобы покушать сухой корм. У нее всегда стоит сухой корм. Поэтому она иногда просыпается еще ночью, чтобы покушать. Вот такая вот она. И Сонька, и за Сонька. И всегда голодная, всегда голодная. Кушает все, ну как, вот еду, которую мы ей даем. И еще если мы вот что-то кушаем со стола, она постоянно просит. Но я ей не даю. Раньше было то, что давала там кусочек мяска там или косточку. Сейчас я абсолютно ничего не даю. Абсолютно. Вот у нее своя есть еда и все. У нас утренняя прогулка, сегодня суббота. Я одела свою куртку, потому что у нас сейчас дожди просто не перестают. Вот вышла, дождь закончился, но он может в любую минуту начаться. У Соньки тоже куртка такая, дождевик, я ее вчера купила в нашем магазине для животных. Вон она идет. Да, Сонь? Повернись. Ой, ты на красотка, красотка. И прям размер такой подошел, и я искала, чтобы именно тоже была желтая, чтобы мы с ней были одинаковые. В обед должны приехать родители. Мы будем подарки раскрывать. У меня борщ вчерашний. Отварю картошку. Мама привезет холодец. И у меня еще есть копченая утка. И все. А им и салат еще сделаю. Все. Пообедаем, подарки раскроем. А вот и дождь пошел. Ну вот и дождь пошел. Видите, как хорошо, когда есть такая куртка. Дождь пошел. Ай-яй-яй. Твой подарок. Наверное. Подожди. Во! Чего? Сама не знаешь. Нет, это не твой. Во! Это не твой. Маленький. Самый маленький. Держи этот тебе. Да мне? Наверное. Я сама уже запуталась. Наверное. Открывай. Ну окей. Тоже не вея. Да ладно тебе, дед, с одного магазина. Ну что ты? Смотри, рассматривай, что там. Открывай. А, это рубашка, наверное? Да? Ну, наверное. О, такая мне надо как раз.
Все то, что положено. Соня, уйди. Соня, уйди. Так, смотри, все. Соня, да, это крем. Это после душа. После душа. А то я без очков ничего не бачу. Это для рук. Для рук крем, ага. Это что? Для рук. Это дневной крем. Ага. Это гель душ, да? Это жидкое мыло для тела. Ага. А это? Это что? Это шампунь. Угу. Шампунь, все. И салфеточки, наверное, да? Это салфетки вытирать, это, ну, косметику, косметику. Не руки, косметику. Хороший. Спасибо. Спасибо большое. Дед, иди теперь ты раскрывай. Да. Вот круглый. Вот это? Да, твой круглый. Раскрывай. Питьевое? Питьевое. Питьевое ты сам поставишь, когда грабы снимут. Хотя бы там водичку. Рви, просто рви. Просто рви. Консервная банка. Горошек тебе, дед, горошек. Он любит горошек. Кофею? Нет, не кофею. Это что с Турции было? Что с Турции? Духи, это не с Турции. В Турции просто ты их нюхал. Нет, коробочка такая. Бутылочка такая. Чего? Дед, только попробуй стать на эти духи, что это турецкие. Нет, я ничего не... Ты это такие мне там показывал. Ну, в аэропорту, наверное. Да, вот так. А вот. Точно. Ух ты! Так она была. Да. Ух, красный. Раз красный, это значит для женщин. Не. Да, сейчас. Эту вот вытаскивай. Блин, бомбочка. Все, и теперь духарись. На себя, не на руку. Все, теперь такие же духи, как и у Ромки и Марселя. Обухались. Я уже. Он уже. Я поцелую. Да не, надо мне целовать. Это подарок для Ромы, это для Марсельки. Вот еще подарок для Марсельки. А где денежка? Уже в кармане. Так, и вот подарок для Ромы. Раскрывай. Сейчас тебе твой будет подарок. Да? Что там? Денюшки. Денюшки, тоже денюшки, да. Ну не то же самое. Маме женское, а тебе мужское. Так, это пена. Душ, да, для тела. Мышки. Это део, крем дневной и после бритья этот вот, когда брызгаться. Красота. Ну что, все? Не прыщей не было. Да, чтоб прыщей не было. Да, пусть он тебе. Подожди. Майк довольный. Подожди. Ну, в общем, такая тебе. Надо будет от Соньки только ее прятать. Она же сгрызет все. Да? Тебе игрушка. Так, теперь Соньки. Сонь, иди сюда скорей. Теперь. Сонь, иди сюда. Подожди, дед, не это. Сонь, иди сюда. Тебе одеялка. Да. Ей даже не надо. А это мой подарок. Но я буду делать вид, как будто я там, как будто я не знаю, что. Сейчас так удивлюсь. А я знаю, что там. Все. Я спрятала ее. Это я запаковала эти кроссовки, которые я выписывала. Белые. Вот. Красоти. Теперь такие новые кроссовки. Все. А это подарки еще остальным. Еще, правда, 4 конверта. 4. Ой, мам, еще же тебе подарок. Я и забыла. Мне? Еще один. Идем сюда. А мне-то зачем? Я уже получила. Я забыла. У меня просто было 2 подарка. Это. Держи. Это уже везет. Глобус Гудшайн. Да Гудшайн. 30 евро еще в глобус Гудшайн. Ну нифига себе. Мы же договаривались вообще без подарков. Ну, ты так договаривалась, а я так. Ничего себе, спасибо. Обалдеть.
Соня одеяло оценила. Нравится ей так. Лежит, спит. Что там, папка встал? Все, все уже уехали. Подарки раскрыли, покушать покушали. Теперь я блины делаю. Ну, я уже заканчиваю. У нас сейчас воскресенье. И по идее мы должны были сегодня идти кушать в китайский ресторан. Все вместе. И моя семья, то есть мои родители и сестра. И Рома, Романа сестра. В общем, все-все-все хотели отмечать Рождество. Вчера мы просто по-семейному, по-спокойному, без всякого там чего, открыли подарки. А сегодня уже хотели идти все вместе кушать. Но все отменяется. Ромкины родители заболели. Сестра, племянник маленький, у него температура, они не будут. И поэтому мы решили тогда не ехать уже в Трир, потому что смысла нет. Решили это все перенести, скажем так, на январь. Если получится опять. Будет все зависеть уже от Ромы, как он будет работать. Поэтому вот, в общем, как-то так. Это вам хотела сказать, то, что сегодня ресторана не будет. Буду я тогда на этом заканчивать свой влог. Мне кажется, влог получился длинный. Или, может быть, мне так кажется. Ладненько, в общем, всем удачи, всем пока. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.